Всем привет! Вы на канале Дэн Лён. И сегодня мы приехали в музей авиации. И сегодня я Человек-паук. Помогать будет. Маленький помощник. За мной находится бомбардировщик. Ту-142. Кабина 4 человека. 2 летчика, инженер, что ли? Ого. За моей спиной военный самолет Ту-134. Это ракетоносец бомбардировщик. А вот это Ан-2 или просто кукурузник. Это огромный гидроплан и штурмовик. Вертолет. Бомбардировщик, ракетоносец и огромная ракета. А вот это Ми-8. Просто гражданский вертолет. А вот это Ми-29. Президентский самолет. Пойдем посмотрим, что там внутри. Полетели. Полетели. Приземлились. Ого, какая кабина. Этот самолет снимался в фильме «Войду, они старики». Это мы пробрались в загороженный отдельно самолет. А вот это кукурузник, который дети обрисовали всеми рисунками. А вот
самолет для аэросъемки. А вот Ми-24, который мне больше всего понравился. Из-за этой огромной пушки. Четырехствольной. А вот этот самолет я бы купил себе.